И вернемся к одному из главных событий дня – у мусульман Курбан-Байрам. В Татарстане сегодня выходной. Глава республики Рустам Миниханов принял участие в праздничном намазе в Галеевской мечети в Казани. Как отмечают праздник, расскажет Станислав Назаров. В старейшей мечети Казани Аль-Марджани шакирды и студенты медресе помогают верующим выбрать жертвенное животное. Суп будем готовить, плов, шашлык. У мечети свое хозяйство и ферма. Курбан-Байраму здесь вырастили почти 1000 овец. На каждое жертвенное животное у нас ходит имам, который читает молитву, не произносит непосредственно дуга. Принести жертву, подать милостыню и поделиться с ближним в праздник примирения. Мужчины с собой в мечеть берут детей. А думаю о том, что родители мои, чтобы жили, самое главное, чтобы не было забот никаких. И думали, что у нас все нормально. В Татарстане Курбан-Байрам объявлен официальным выходным в 10-й день месяца Зульхиджа исламского лунного календаря. Когда завершается хадж в Мекку, верующие по всему миру с восходом солнца встречают праздник жертвоприношения. Верующие продолжают ритуал по Корану 1500 лет назад. Его совершал пророк Ибрагим. В Казани определены специальные площадки, где можно совершать жертвоприношение. Приготовленное блюдо разделят на три равных части. Малоимущим, соседям и родственникам третью часть своей семье. Станислав Назаров, Алексей Уразакин, Алихадипов, Вести, Казань.